Ребята, всем огромный привет! Сегодня я представляю вам настоящий рамник. Китайский это Bike BG40 2024 года выпуска. Стоимость составляет 3 850 тысяч рублей, да? Ребята, в общем, необычный автомобиль. Давно уже ждал этот байк. Наконец-то появился он на канале. Наконец-то вот хотя бы в шоу-руме получилось рассмотреть этот автомобиль. Невероятный, конечно, кто сейчас скучает. Wrangler тащить сейчас, понимаете, удовольствие не дешевое, а что-то новое душа желает. Вот. Для таких, наверное, моментов остается этот автомобиль. Штучные, конечно, продажи. Это там не массовый сегмент, понятное дело, да, это конкретно уже люди приезжают покупать что-то. Должны быть уверены в этом автомобиле. Мужики, которые покупают такие авто, они все знают, друзья. От А до Я их уже не провести. С ложки их давным-давно перестали кормить. Ну, как бы то ни было. Интересный продукт. Вещь сама в себе. Нужно прям дорасти, нужно понять ее, нужно лицезреть, нужно слиться с ней. Можно так сказать. Ну, не для каждого, сразу скажу. Этот автомобиль не для каждого. То есть, прям покататься, почудить, посмотреть. Нет, это не вариант. Это прям по строго целевому назначению. Но согласитесь, если у нас вот такие китайские бренды в лице даже вот этого байка, этой модели, это уже хорошо. Это действительно здорово. Я прям впечатлен. Впечатлен тем, насколько быстро садится бензарядка. 70%, не знаю. Сегодня у меня очень насыщенный, гипернасыщенный съемочный день. Все садится, батарейки везде абсолютно. Не знаю, момент, что моя батарейка внутри не садится. До сих пор желаю куролесить даже вечером. Впечатлил. Сборка, салон, вот ты сидишь, он у тебя прям как перчатка. Угу. Классный момент. Он впечатляет. Для активного отдыха, конечно, самое то. И плюс еще элементы из премиум-сегмента как-то сюда перекочевали, и это радует. Прокатиться получится, наверное, потому что в городах-миллионниках, в крупных городах в любом случае выставляют эти автомобили на тест-драйв. Ну, попрыгайте по горам, по лесам. Все, друзья. Классный авто, мне понравился. Рублей, да. Такой продукт, он не может быть дешевым никак. Двигатель здесь исключительно на 2 литра бензин, 218 лошадиных сил. Есть еще дизель 2 литра, 162 лошадиные силы. И там автомат. Комплектация есть, не поверите, называется чемпион, флагшип. Вот, в общем, давайте поподробнее рассмотрим этот автомобиль. Выражаю благодарность автосалону «Диалог Авто» за предоставление данного автомобиля на съемку. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Ну, такая вещь в себе, то есть он настолько футуристичный, настолько интересный. Ну, такая копия Wrangler, возможно, да, как вариант. Сейчас еще, кстати, мы его подкурили, потому что он стоял долго в салоне, и потом на улице еще, чтобы весь функционал продемонстрировать. Здесь все затянуто в кожу, синяя строчка, все аккуратно, ну, прям по сборке. Ничего плохого я сказать вообще не могу про этот автомобиль. Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия здесь применяется. От 0 до 100 такой автомобиль разгоняется за 10,8. Это не основная дисциплина. Клиренс здесь 210 мм. Гарантия производителя 3 года или 150. Нет, там даже не 150, а 100 тысяч километров по пробегу. Масса 2080 кг. Составляет у этого автомобиля бак на 75 литров, багажник 532 литра, если все сложить, спинки 965 литров. В общем, 218 лошадок, 380 ньютон-метров крутящего. Здесь у нас расход топлива по городу, это где-то
В общем, мультимедиа сейчас перезагрузилась. В данном случае расход топлива в городе где-то 13,8 и за городом 8,4 литра на 100 километров пути. За 3 миллиона 850 тысяч рублей сейчас что-то новое на рынке. Вот в таком формате найти очень сложно. Электромеханический стояночный тормоз, подогрев сидений. Здесь три ступеньки для водителя и для пассажира. Вот так раздвижной бокс у нас. Такой контейнер есть, все аккуратно. Кстати, здесь еще дополнительно какая-то полка есть интересная. Что еще здесь? Припарковываем сюда. Пожалуйста, меню. Кнопка назад. Вот так все можно прокручивать, рассматривать. Ну, таким образом в недра меню погружаемся. Здесь у нас Wi-Fi, hotspot. Можно отрегулировать яркость. Вот, дальше, допустим, настройки по автомобилю. Вот так, кстати, все четко выглядит, да. Различные подменю можно просмотреть. Контурная Ambient Lighting подсветка. Вот так можно выставить здесь телефон, управление климатом. В общем, нет ничего такого сложного абсолютно. По умолчанию автомобиль на заднем приводе, подключение передка, блокировка. Вот кнопка запуска двигателя, тоже такая интересная. Здесь все прокручивается. Климат, включение, отключение, рециркуляция. Здесь у нас вот, таким образом можно регулировать поток воздуха. Дальше температура, авторежим, кондиционер, задний покрыв стекла, рециркуляция, передний обдув. В различные зоны везде подсветка. Даже посмотрите, как интересно все реализовано. Держатель, здесь контурная подсветка, аккуратная. Камера заднего вида в зеркале. Здесь вот так все реализовано. И, конечно же, можно снять крышу. Подсветка вот такая. Крыша съемная. Вот такие ручки здесь, да. Смотрите, это все расстегивается, сам механизм для снятия. Здесь защелки. Даже такие ручки есть. Прям как будто мы попали в джунгли. Кресло удобное, алюминиевые накладки на педалях, как видите, тоже это очень здорово. И мультируль, конечно, непривычно видеть такое, но он есть. Подогрев руля, трекшн-стабилизация, помощь при спуске. Вот, ну прям сидишь так упакованный в этом автомобиле, ощущения невероятные. Ощущение, что тебе вот дали ту самую игрушку, с которой ты вот прям будешь еще играть. И играть. Здесь вот регулировка тоже, яркость есть. Различные поднастройки. Я удивлен. Подсветка даже в ручках. То есть закрытие, открытие. Само по себе оно тоже невероятно в этом автомобиле. Класс.